В детском саду номер 10 обустроен новый игровой комплекс. Здесь и сказочные избушки, и большой крейсер, и новые песочницы. Но одна из главных обновок – это городок ДПС. На новой площадке с безопасным покрытием будет нанесена разметка, по которой дети смогут изучать правила дорожного движения. Мы постарались на все для того, чтобы сделать, чтобы нашим деткам было не только радостно и весело играть, но и для того, чтобы это было с пользой для их развития, для их творческого воображения. В общем-то, это для нас большое событие, для нашего детского сада, которому уже за 50 лет, 53 года. Раньше на территории детского сада были устаревшие игровые элементы. На таких площадках детям было не только неинтересно, но и небезопасно. Поэтому родители и педагоги обратились к Дмитрию Голубкову. Этот садик мы знаем давно. Я непосредственно вижу с балкона каждый день площадку, что здесь было. И, конечно, здесь была пустота. Здесь просто детям не было, поиграть. Серость была. И то, что мы наблюдаем, это, конечно, прекрасно. Самое главное, дети рады. Потрясающе, просто новые комплексы, мы очень довольны. Дети, конечно, пока только ходят, облизываются, сейчас доделывают последние уже работы. И, конечно, они ждут с нетерпением, когда они вернутся на свои площадки. Вообще очень здорово, мы довольны. Проект реализован за счет инициативного бюджетирования. Источники финансирования и средства бюджета Московской области и ресурсы из окружного бюджета. В разрезе одного садика это, конечно, масштабно. В разрезе всего округа это первые шаги инициативного бюджетирования. И, в общем-то, это знаково достаточно и важно для нас чувствовать и знать именно посылы, именно желания самих жителей. Работы по обустройству территории детского сада близятся к финалу. Депутат Московской областной думы Дмитрий Голубков проинспектировал процесс установки новых павильонов. Она не только игровая, она еще и развивающая. Здесь дети смогут изучать правила дорожного движения, правила поведения в городе и пешеходные, и водительские. Поэтому с детства деткам будет прививаться культура вождения, поведения. Поэтому я считаю, это очень хорошо. Работы стартовали 27 октября. Уже совсем скоро ребята смогут играть на этой площадке. Остались последние штрихи – постелить покрытие и сделать разметку дорожного городка. Елена Кравченко, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».